другой способ доказательства этого неравенства. Вот рассмотрим упорядоченные наборы. Упорядоченные наборы. Из три числа, пусть А больше Б больше С. Относительно трех переменных. А делить на сумму остальных. Каждый делим на сумму остальных. Значит, все хорошо. Симметрично. Да. Действительно, если присмотреться внимательно, то при всевозможных перестановках переменных А, Б и С левая часть не меняется. Потому что действительно каждая из трех слагаемых получается каким образом? Единообразным образом. Одно слагаемое делится на сумму остальных. Второе на сумму остальных, третье на сумму остальных. Полностью симметрия. Значит, без ограничения общности можно считать, что числа А, Б и С вот таким образом упорядочены. Это у нас мы мыслим как монеты. Как монеты. А поскольку здесь произведение А на дробь, да, то надо рассмотреть обратные величины. Значит, давайте сначала упорядочим суммы двух слагаемых из этого набора. Значит, если мы из трех чисел хотим выбрать два, чтобы получить наибольшую сумму, ясное дело, что нужно брать два самых больших числа. А плюс Б. Это будет самая большая сумма. Если мы хотим получить самую маленькую сумму, то нужно брать два самых маленьких числа. Б плюс С. Ну, стало быть, между ними третья возможная сумма А плюс С. Вот так вот упорядочены суммы двух из этих чисел. Ну, можно и без этих наглядных таких соображений просто посмотреть. Вот если здесь убрать А в первом неравенстве, то получим B больше C, это верно. Если в этом неравенстве убрать C, то А больше B тоже правильно. Значит, вот, имеем еще один упорядоченную тройку чисел. Переходим к обратно. Самая большая дробь будет самым маленьким знаменателем. Вот знаменатель берем самый маленький. Тогда промежуточная дробь вот такая вот. И здесь. Итак, имеем два одинаково упорядоченных набора. То есть вот они упорядочены по убыванию. Мы идем от большего к меньшему здесь, и здесь то же самое идем от большего к меньшему. Опять можно, так сказать, представлять, что вот это у нас монеты. Монеты. Вот одна монета там А, другая монета Б, номинал. Или достоинство монеты А, Б и С. А это вот эти дроби, это их количество. Количество монет. Это тоже вот количество монет, которые можно брать из следующего мешка. И это тоже количество монет. Так, если мы хотим получить максимальную сумму, то как мы должны поступать? Самую дорогую монету брать наибольшее количество раз. Получится первый друг. Потом из двух оставшихся. Вот это вот тогда. Значит, это вот самая большая сумма, которую можем набрать в левой части. А число 3 вторых, как здесь получается? Как получается число 3 вторых? Можно получить как-то число 3 вторых или нет? То есть можно ли применить для доказательства это неравенство вот такие наборы чисел, которые я написал. Надо два раза использовать. На самом деле, там же в чем идея? Когда b делишь на b плюс c, и к этому еще прибавляем c делить на b плюс c, то получается единица. Поэтому, если мы напишем два выражения, в одном случае должен быть b делить на b плюс c, плюс c делить на a плюс c, плюс a делить на a плюс b. А в другом случае, еще по-другому, то тогда сложим, и все получится.
Спасибо, Александр Васильевич, вы, как всегда, выручаете. Спасибо. Действительно, для доказательства неравенства 6 надо поступить немножко более хитрым способом. Значит, мы что здесь с вами сделали? Мы рассматривали какой-то вариант, когда получается максимальная сумма, по-моему, здесь что-то говорили, если вот это вот. Вот это вот максимальная сумма, да? А равно на c, b делить на a плюс c, это максимальная сумма. И c делить на единицу, это максимальная сумма. А, давайте это не будет так хорошо. S максимальная, это a делить на b плюс c, плюс b делить на a плюс c, плюс c делить на a плюс b. А давайте рассмотрим еще какую-то другую произвольную сумму. Значит, S и A разделить на A плюс C. Да-да-да-да. На A плюс C. Потом B разделить на B плюс A. И мне C разделить на C плюс B. Вот это какой-то произвольный набор. Это максимальная сумма. А и еще один нужен. Третий, да? Да. Значит, это сумма первая какая-то, это сумма вторая. Значит, скажем, ну что мы здесь брали? А делили на А плюс С, Б делили на А плюс С. Давайте теперь возьмем С делили на А плюс С. С делить на А плюс С. Плюс А делить на Б плюс А. Плюс С, плюс Б делить на С плюс Б. Так, если мы возьмем такие суммы все, то сумма С1 и С2 это тройка. Совершенно верно. Вот смотрите, если мы теперь сложим с вами, рассмотрим сумму С1 плюс С2. С1 плюс С2. Тут дроби с одинаковым знаменателем. Сумма двух дробей будет единица. Значит, 1 плюс 1 плюс 1. Это будет 3. Сумма двух наборов это 3. Не превосходит двух максимальных наборов. Значит, не превосходит двух максимальных наборов. Это ясное дело. Здесь любые какие-то наборы случайные, а здесь два максимальных. Вот. Ну и теперь, если последнее вот неравенство разделить на 2, то и получится, что максимальная сумма, которая участвует в неравенстве 6, больше 3. Получится больше 3. Итак, общими усилиями разобрались с этой задачей.